На главной арене Дворца спорта «Триумф» провели чемпионат и первенство Московской области по тхэквондо МФТ. В соревнованиях приняли участие 432 спортсмена, которые представили практически все городские округа Подмосковья. За поединками наблюдал Богдан Колесников. Соревнования открылись показательными выступлениями черных поясов, мастер-классом по силовому разбиванию досок и чествованием лучших спортсменов. Троим тхэквондистам присвоили звание мастера спорта России. Очень приятно получить удостоверение и звание мастера спорта в такой торжественной обстановке на чемпионате Московской области, который проходит в моем родном городе Люберце. Я занимаюсь более 12 лет. Изначально это был приход в спортзал, чтобы попробовать, и со временем затянуло. Чемпионаты первенства проходили по трем дисциплинам. Туль – выполнение комбинаций атакующих и защитных движений, сила удара и массоги – состязание в поединке. Воспитанник люберецкого клуба тхэквондо «Дангун» Усман Султанмурадов занимается корейским боевым искусством пятый год. За его плечами более 10 победных поединков. Но сегодняшний спарринг непростой. Ну, а мне не очень понравился, потому что некоторые удары не получались. И я буду набираться больше опыта, чтобы потом лучше спарринговать на соревнованиях. Мне нравится тхэквондо тем, что я становлюсь сильнее с каждой тренировкой. И набираюсь опытом на каждом соревновании. Тхэквондо, оно привлекательно тем, что каждый может найти все, что для себя хочет. Кто-то для самообороны, кто-то для всестороннего физического развития, поскольку тхэквондо именно МФТ охватывает все физические аспекты, все развивает все физические качества, также морально-волевые качества. Плюс тхэквондо МФТ – это мощная оздоровительная система. В Люберцах более 1600 человек занимаются тхэквондо. Сильнейшие сегодня защитили честь округа на соревнованиях и завоевали призовые места во всех возрастных категориях. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.